И два и пяти. Высокая склонность к отравлению, высокая склонность к области. Я отравилась, потому что я обливала несколько дней подряд. Я просто это как... Извини, что я напоился. Да это не из-за этого я отравилась, из-за алкоголя. Так. Тело не то. Главное, что ты спишь нормально. Короче, тело не то, ты поехали. У меня нет такого отравления, чтобы я из-за алкоголя отравилась. Мне может быть только алкогольное отравление, но это то же самое, что похмелье. Поэтому... А я вообще не знаю, что такое похмелье, опиши. Похмелье? Голова, тоже... голова болит? Ну, вообще-то, говорит моя подруга, что я не испытываю похмелье. Может, пожалуйста. Я не знаю, что такое похмелье, поэтому... Я тоже но не знаю. Моя подруга говорит о том, что типа, голова болит, ты бредешь. Сушняк, когда хочешь пить постоянно. Но это, блядь, происходит в любом случае. Они же, когда похмелье, хотят выпить еще. Да. Странно. Ну и вот, блядь. Если у тебя не получится, давай я через перчатку. Подожди, давай. Спасибо. Слушай, ты смотрела Юрия Дудя? Нет? У меня, короче, просто пизда. Да, жаль, что Юлю увезли. Да, на месяц где-то. Угу, на месяц. У нее агрессивные припадки бывали, да? Нет. Нет? Просто из-за того, что она отказалась пить таблетки. Ей сказали, ты будешь пить таблетки, и она встала, сказала, что я не буду ничего пить, и ушла. И все. Можно было бы схитрить, сказать, да, взять таблетки. Взять таблетки и выкидывать их, а не пить. Они, кстати, в психушке там проверяют рот, выпил таблетку или нет. А так, если такого нет, то можно было схитрить. Ой. Короче, вообще пиздец. Конечно, вот так вот заболеть, нахуй, я как главное... Я постоянно, нахуй, у меня вот отравиться, я вообще из-за всего могу, нахуй. Чего угодно, схавала там что-нибудь, еще что-то, и все, ты отравилась. Ты лежишь, блюешь, и хавать ничего не можешь. И вот мне сейчас из-за этого алкашку пить нельзя. Иначе снова отравлюсь. Вот. А у тебя вообще как? Дела? Работа тяжелая, тяжела. Тяжела. Ой. Тяжелые эти. Таскать, посыпать, чтобы люди не поскальзывались. Два ведра тяжелых, полных забитых камней, там, ну, таких тяжелых. Ну, еще снег кидать. Зато мышцы качаешь. Зато, да. Но у меня нет мышц. Но болею. Мышцы-то у тебя есть, но просто они... Очень слабенькие. Ну, короче... Ну, людям хорошо делаю, по крайней мере. Ну, это уже что-то хорошее, да? Все профессии важны, все профессии. А в Леонардо да Винчике, короче, там одна сама мне, типа, ну, пришло уведомление. Ты понравился одной девушке. Она сама мне написала. Поле. Mm-hmm. Поле какая-то. Привет. Я говорю, привет. Скинул ей, короче, свои рисунки, которые рисовал в городе. Мил пейзажи. Ну, не тысячу рисунков, а 2-3. Она говорит, что, зачем это? Я говорю, это мои рисунки, которые я в городе рисовал. И она говорит, да, и она опять продолжает, зачем мне это, нафиг мне это нужно? И голосовуха, я включаю там мужской голос, иди нахуй. Пиздец. Вообще. Кринж. Я просто удалил, все. А это хотела у тебя спросить, ты можешь по-братски, по-дружбе, блядь, мне до завтрашнего дня 1000 занять. Я завтра это, мне если завтра девочка долг свой. Да я, блин, я тебе верну. Потратил все у меня. Все? Я могу, ты можешь даже сама посмотреть у меня на карточке. Чего? Я тебе могу сейчас показать, сколько у меня осталось. Что ж делать?